Всем привет, ребят! Очередная посылочка из Китая. Я так думаю, что будет, ну, что действительно интересно. Знаете, ну, кто из подписчиков, из самых, из первых, кто в курсе, что я покупал такой телефон уже. А теперь я, знаете, купил его или из-за ностальгии, или хотелось увидеть вот просто, что, ну, куча, актуальный ли теперь он на теперешний день. Как-то так, ну, извините, что не так сказал. Покупал в Банггуде за... $94 на Алиэкспрессе, около 100 стоит. Есть, ну что, вскрываем упаковочку. Скажу, ну, честно, для меня это был один из любимых, ну, телефонов. Только единственное, что из отличий покупал я специально его, ну, стандартный был. А здесь уже идет с экраном в 3D. Ну, ну что, в перспективе, ну что, включаете кино для себя или какую-то хрень и смотрите, ну, с таким экраном. Я думаю, ну, что все помнят, что здесь экранчик 6-дюймовый. Ну что, в те времена это считалось вообще, ну что, пик крутости, ребят. И тем более, что экранчик здесь идет в 2K. Супер, абсолютно. В 3.32 оперативки идет, чтобы вы увидели. Ну что, вписано King 7S, ребят. Вот экран. 2К идет, ребят, процессор в 3D экранчик и камера в 13 из 8 идет. Из интересного, что телефон, что, скажем так, что в те времена писал еще 4К видео. Но я считаю, что штука интересна и заслуживает, ну, чтобы вы увидели его вживую. Что куда? Ай да лялька, блин. Спинка из металла, ребят, идет из микрофона. А, кстати, что из интересного, ну, что в телефоне используется специальный чип, ну, аудио и звучание из него изумительно идет. Ну, что в динамике вы включаете, что так все, ну, что в целом это просто не телефон, а сказка, легенда. И, я не знаю, ну, кто в курсе, то я так думаю... Кажется, ну, что все знают, толщина его вполне терпима, аккумулятор на день использования вполне хватало. Вот я его просто, знаете, ну, что-то спортивно интересно, ну, что включить, чтобы вы увидели в толщину и сравнение с другими телефонами. И за компанию, ну, что включил, вот и на динамики, те, чтобы вы услышали. Из комплектации у нас, естественно же, идет, ребята, USB. По памяти здесь и шел стандартный USB, да, есть. Я думаю, что все в курсе, ну, что здесь динамик идет, сим-карты втыкаются в комбинированный, идет с камера, вспышечка и микрофон, 3.5 инфракрасный порт идет, включение кнопки громкости, все включилось, вполне симпатично и терпимо. Но я пока комплектацию покажу вам. Здесь у нас такое питание идет, ребят, но в чем плюс, что китайцы вот не сэкономили и втулили нам такую хрень. Честно, я смотрю, что по качеству она в полный шоколад, и лучше вот не использовать такие штуки в перспективе, скажу честно. Есть. Что же у нас еще здесь? Ну, по памяти там остались инструкции и скрепочки. Я думаю, ну, что скучно будет и не интересно никому. Но в чем суть, что меня интересовало? Вот, ну, чем здесь отличается от старого телефона? Ну, что я стыкался. Шторку спускаете, если захотели... что включена автоматическая подсветочка у нас, ну, что включается и звучание, включены спутники, что же и с прошивкой, я так думаю, что будет кому-то интересно, и с программами просто, что у нас есть. Захотели и систему, вот, чтобы вы увидели, ну, что пункт оказался в телефоне 3D-центр. Я так думаю, что все в курсе, что специально и с контентом идет 3D. Если захотели, то включается его, ну, что у нас здесь есть и игрушки, ребят, и кино, и картинки. Я думаю, ну, все включается по идее с интернетом. Кстати, из интересного, что в телефоне индикатор здесь идет. Так включилось. Но будет, ну, что писать, что интернетов пока нет. Ну, естественно же, включим для спортивного интереса. Интернет. Давайте попробуем. Все-таки мне самому интересно, что же нас ждет. Одну не ту циферку все-таки. Я классно в конечном итоге. Так, ребят, ждем. Ну что, пишет сюда, что, куда и как. Есть, включилось.
Так, он же пишет, что включился в такой ситуации, что окей, попытаемся еще раз, ну все-таки, чтобы вы увидели вот эту тему 3D-центр, что у нас есть, ну какие игрушки и программы, и что для таких телефонов, ну что есть. Ну что знаете, вот сколько фирм мы же попытались, ну что сделать в 3D и игрушки, и контент, и в конечном итоге оказалось, ну, полная фигня. Ну что все обломались, и по факту, ну, куча интересных телефонов, а знаете, но интересного, скажем так, и популярности такая штучка вот не увидела. Так, игрушки у нас есть, если захотели, то включается, ну что в телефоне из установленного, есть закачки, и ничего скучного, неинтересного. Pocket у нас есть, окей. Скучно, неинтересно. А что это здесь, Pocket 3D? Ну просто вот так, для интереса. Ну что, включаю за этикетку, ну, скажу честно, извините, что вот я не включаю. Покупался специально, что для продажи, то, ну что, просто, чтобы вы увидели, что с прошивкой. Ну видите, вот что из недостатков, что все идет, ну, чисто китайский. И будет в перспективе не сильно комфортно, ну что, в кино включать, как минимум. С игрушками, я думаю, ну штыкать будет ситуация еще хуже, да-да. Из пусов, что включаете из упаковки, оказался в Play Market у нас. Так, включается или нет, чтобы испытать. Включается. Ждем, что думает пока. В такой ситуации, вот я стыкался, знаете, ну что ты включаешь, ждешь, а потом тебе дуля с маком, блин. И нифига, ну, давайте глянем, что включится все-таки и пустит ли его или нет. В пока, ну что вы... Ну, с габаритами, ну что вы поняли, у меня есть телефончик с экранчиком чуть-чуть побольше идет, но с челочкой, вот, чтобы вы увидели то поколение телефонов и теперешнее. Попытаюсь включить его, что вдруг включится. Вот так, ребят, чтобы вы увидели, ну что, вживую их. Сюда в толщина показываю. Есть сюда. Я так думаю, что все в курсе, что это телефон у Kitel C12 пройдет. Так, спинку включу и покажу, вот, чтобы вы так есть. Ну и естественно же, и с десяткой здесь чуть-чуть компактнее экранчик, но просто чтобы вы увидели в такой степени, ну, с телефоны, скажем так, вот, стыкнул вас телефон старого из поколения и с теперешнего. Что, ребят, ну, что, и картинка, и экраны их. И снова таки толщина есть. Сюда показываю, спинки, я так думаю, ну, что все увидели. Вот так же само, ну что, включить с экраном здесь, ну, что включается, вот, ребят, ну что, гляньте, ну что, тут столько идет, и тут. И здесь-то экран, ну, считается, ну, что, типа, больше. Ну ладно, вот, ну, с чешем в челочку, то, в принципе, все окажется окей. Но в любом случае, я так думаю, ну что вы увидите до такой степени, ну, старое поколение, ну, телефонов, что все-таки... отличается от теперешних. Здесь, я думаю, что все увидели. Так, что у нас есть еще? Включаем что-нибудь из галереи. И тишина пока идет, ребят. Скучно и неинтересно. Так, если захотели, ну что, темы у нас типа есть, но где скачать их, естественно же, а кто его знает? Я так думаю, что все поняли, что я имею в виду. По камерам Sound Record, я думаю, что все знают. Так, включаем установочки и глянем все-таки, что же у нас есть по поводу системы. Специально, ну, что, включу и покажу, что телефон уже, скажем, не из новых, ребят, идет. И ждать, что здесь, ну, все круто и красиво будет, естественно же, вот, не сильно ждите. Ну что, впишется PP6000 и King 7S. По прошивке, ну что, вдруг интересно, ну что, впишется 330. По-моему, это, кстати, одна из самых актуальных и последних идет. Единственное, что из замечаний, от, ну что включаем ситуацию с языками, и все полностью у нас есть, ну что вдруг кому-то интересно будет, все-таки все включается. Так, кто из Украины, то оказался и украинский есть, кто из России, то есть и русский. Ну что, включился. И перевод, кстати, вполне терпимо идет. Вполне. Приложение для обмена смс, ну, я думаю, что скучно, неинтересно. Единственное, что из недостатков, ну, что кнопки вот не изменяются. Здесь, опачки, ошибочка, сразу включаем.
Попытаемся еще раз включить все-таки. One-handed, я думаю, что все в курсе. И снова ошибка. Но в перспективе, знаете, вот покупал я у Banggood, то лучше тут и с прошивкой еще все-таки придется помучиться и поиграться мне. Assistant Touch, я так думаю, что все в курсе, что это такое. Если захотели, то включается вот та штука, что я так думаю, ну, что все использовать его будут. Раз, два, все включили и сюда. И снова, раз, два, включился и вверх. Все включается и срабатывает вполне окей. Единственное, что знаете, вот, ну, что для спортивного интереса, вот, ну, что вот мне интересно, или кнопки изменяются по памяти. В телефоне в 3 и 32 гигабайта идет, оперативки 3 гигабайта и 32, и Helio, по-моему, писалось в 50. Я, если честно говоря, то и не помню. Вот, ну, что просто вот я говорю, я купил его, знаете, чтобы, ну, что вспомнить. Самое главное, что мне, ну, что интересовало, чтобы вы услышали, ну, звучание телефона. Просто до какой степени здесь офигенный звук идет. Да. А где же мелодия? Нет, Vovo Papers. Кал. Вот что мне здесь. Что, ребята, это просто офигеть, серьезно. Я не знаю, ну что, пусть там, знаете, все пишут, но звучание у этого телефона, ну что, просто изумительно, знаете, и я не знаю, но жаль бы, ну что-то, ну что, придумать. Если захотели, что у нас есть? Вот в чем плюс, ну что, кнопочки изменяются. За компанию нужно включать. По идее, это включается управление индикатором, я так думаю, по крайней мере. Но почему-то, если захотели, это включается к телевизору его, тоже вполне терпимо. Так что у нас еще есть? Экранчик, ребят. Скучно, неинтересно, я думаю, что все увидели в Duo Application. В те времена, ну, что я покупал его, в такой штуке, ну, что в принципе вот не было. Захотели, у нас есть и Cloud. Ну, честно, я так думаю, что, ну, и не включится, и срабатывать в такое вот не будет. У нас есть управление аккаунтами, но думаю, с Play Market, ну, что все увидели. Вот единственное, что из недостатков, что, видите, включаю аккумулятор и кидает меня в систему. Я не понимаю, ну, что, в чем прикол, но включается, вот, ну, что, включаем YouTube, все, в принципе, вполне терпимо. 4K, а давайте что-нибудь из человеческого включим. Ну, скажем так, из того, что я люблю, по крайней мере. Так, ну что, включенный интернет вот, за компанию, чтобы мы и увидели, как, ну что, включается и справляется телефон с такой штукой. И конечно же, у нас реклама идет. Но динамики здесь вообще и звучание, ребят, просто сказка. Окей. Так, включили. Если захотели, что там у нас изменяется по качеству, потому что пишется, что Full HD. Есть. Но я так думаю, знаете, вот через непривычки эти толстые рамки, это просто вообще в кошмар идет. Ждем, может, чтобы звук включился. И чувствуется, что интернет, естественно же, глючит у меня. Из-за этого получается такая херня. Извините, ребят, ну, стыкаемся и с таким. В такой ситуации что, попробуем что-нибудь включить другое? Включится или нет? Включилось, я смотрю. Ну, мозги сделаем это. Да, включить на целый экран не получится. Так, пока что включается. Естественно же, Full HD идет. Но вот чисто теоретически, смотрите, ну, потому что в телефоне идет экранчик с 2K разрешения, и по идее контент у нас должен быть и, ну, чуть-чуть по качеству получше. А давайте для спортивного, ну, что, интереса втыкнем на какую-то букву, ну, что вдруг, ну, что включится, чтобы увидеть, сколько по максимуму, ну, что писав. По идее должно быть 1440, но сейчас по факту, ну, что все и увидим. Куда?
Звук пока, извините, отключаю, чтобы с ютубом кипиша у меня не было. И что у нас здесь есть, ребята, и Full HD видео. Я думаю, что все-таки, ну что все изменится чем? Прошивкой, естественно, его. И, ну, к чему упануть, ну что в телефон, ютуб поинтереснее, что был. Но, ребят, здесь такой экран просто, что я не знаю, что вам сказать. Ну что в пленке ты смотришь, и симпатично все, и красиво. А по факту оно еще лучше потом идет. Ну, вообще, извините, что пленку все-таки я не снимаю. Ну, что пусть там кипишует. Но суть показать было, знаете, вот, что в те времена и старички, ну что телефон, ну что старенький, с терпимой, ну что стоимостью идет. И впичкан вполне все окей. Если захотели, у нас есть китайские символы какие-то. Я, кстати, ну, что впервые стыкаюсь с таким. И что это значит, эти эффекты в черно-белый включаете. Ага, ну, вообще изменяете в картинку и всякую фигню. Окей, есть. Что у нас еще здесь? Так, у нас есть стандартная интеллигенция. Ну, вообще включаете умный режим, чтобы ну, телефон, если захотел, то изменяли. Питание у нас есть и магия. Я так думаю, если захотели, то скачать у вас ничего не получится из-за того, что будет идти ошибка. Так, включается в таймер и куча, смотрите, в картиночек. Я, кстати, впервые стыкаюсь, но чувствуется, что с тех пор, ну, что изменили что-то. Нет, скидать я не хочу. И с настроечками, смотрите, ну, что включается HDR у нас. Здесь есть по качеству, но что плохо, что вы вот не изменяете его. Так, ну что, включаются спутники, по картинке, ребят, 16:9, окей. А по видео, как включить видео? Я что-то не понял. Лево, вправо, take photo, есть. Ну что, включаем установку, сюда, и установки выставлены. И по качеству, если захотели, то включается и 4K, и Full HD, 60-ка, ну что, FPS-ка, и стандарты. Но телефон, ну что, в плане, по камере, тут все, ну что, и снимается, и пишется вполне, ну что, терпимо. И в те времена, вот что я пытался, то и стабилизация вполне, ну что, терпимая и шла. Я не знаю, ну что изменилось с тех пор, ну, скажем так, с прошивками. Но по идее все должно быть просто окей. Ну что, включаем детали, чтобы вы увидели, ну что пишется 4K видео, ребят. Есть, но что из недостатков, ну что пишется в 3GPP. Да-да-да, казалось, что я такое слово знаю. Звук. Вполне терпимо. И в те времена, ну что я пытался, то и стабилизация вполне, ну что терпимо. Там, скажем... Я думаю, что 100%, ну что все кипишевать будут, ну что пленку я не снял, и все полностью. Но все, кто что хотели услышать, что я хочу сказать, то, я думаю, что все, ну что в перспективе услышат меня. Здесь что включается и пишется в Full HD видео, ребят, ну здесь вообще я в шоке, ну вообще в шоке. Просто, ну что в чем прикол, что оказалось, ну вообще из Honor, что в теперешний, ну считаю, что в типа флагмана идет и Full HD отказывается писать. А здесь, ну, старенький, ну, телефон, скажем так, ему уже считают, что там 1000 лет, блин, и, ну, что пишет вполне, ну, что комфортно. По камере, ну, что включаются все эффекты, если захотели, ну, чисто теоретически у нас включается и, ну, еще умный режим, ну, что включается, кстати, видите, включился, нифига себе, что включаю все-таки стандарт, и по качеству, что у нас изменяется здесь, ну, естественно же, изменяется вот чуть-чуть лучше качество, похуже, и все, и что еще такое интересненькое здесь есть. Ну и соотношение что у картинки. Я думаю, знаете, вот, ребят, на такие телефоны в любом случае, ну что, в покупателе, ну что будет, ну что здесь его купят, ну что человек, кто ценит звук, я так думаю, и экран здесь, ну что сделано, все круто. Я специально вкопался для спортивных, ну что, интересов по интернету, и к нему есть, ну что, с прошивок целая куча. Ну, если захотите, ну что, в перспективе накачаете для себя, и все вполне комфортно будет. Вот и все, ребят. Всем спасибо, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока.